Пока дорога нас радует. Надеемся, что такая она будет до конца. Надеемся. Надежда умирает после. Вообще сегодня день начался хорошо, поэтому ничего не должно. Не предвещало беды. Не должно предвещать беды. Прямая вода. Это мородик. Коровки там. Совхозик. Да, прям в Москву въезжаем в Тяпкино. Москвичи в деревню приехали, коровку увидели. А это деревня Тяпкино. Ой, храм, смотри, как. Ага. Ведьемская церковь. Вау. Жил, конечно, он запущенный. Но все равно очень красивый. Такой помпезный был. Я так. Стоим сейчас, там переправа на мосту работает в одну и в другую сторону. Но самое главное, мы увидели вот такой вот автобус, дети. Это, наверное, в школу или школу. Да, но это же сколько лет этому автобусу? Прикольный, в общем. Но хоть какой-то ремонт дороги есть. Ведь реально это ремонт дороги. Ремонт моста. Ой, бог мой. Да. Едем уже по Рыбинску. Ну, в общем-то, у нас там так и ведет. Давай пока поехали. Прям к набережной должны сейчас, получается, попасть. И пойдем прогуляемся по набережной. Поверните налево. Да, поверните налево. Угу. Сюда? Всему, да. Ладно, поехали, там, видишь, машина едет, значит, можно проехаться. Можем где-то здесь просто остановиться и пойти по прямой к набережной. Я предлагаю так сделать. Далеко машину не мучить и остановиться это здесь. Мы сейчас подальше уже проедем. Храмик, домик красивый. Угу. Он, правда, конечно, видно, что его реконструировали полностью, но очень красивый. Да, вроде, да. Ой, а там вот полуразруха. Так, набережная. Все, мы приехали в Рыбинск. Немножко сейчас здесь прогуляемся. Мы идем на набережную. Отдохнем и поедем уже в Ярославль. Но сначала Рыбинск. Так. Мне нравится улочка такая мощенная здесь. Практически все мощенное. Да. Вот сравнить с дверью. Здесь вон вывески какие. Такие вот, под старину. Да. В Угличе бы еще вот такое же бы сделали, хотя бы чуть-чуть. Да. Набережная. Это, скажем так, один из таких памятников. Это Остап Бендер и мальчик-беспризорник. В передней части нашего видео. А вот дальше, возле бортика Ашанин, по-моему, если не ошибаюсь, называется. Такой ветер резко поднялся, вообще жесть. Волга. Ой, хороша она здесь. Издалека долго течет река Волга. Как же холодно, ёшкин кот. Да, и кораблик стоит, который, видимо, идет по Волге по различным городам. Конца и края нет. Так, туристическая карта Рыбинска. Ну, такой, не, ну он большой-большой прям город. Ну, идем вдоль по набережной. Немножко прогуляться.
Я сейчас стою, думаю, интересно, там при входе на кораблик нужно называть номер каюты? Мы зайдем со своих, нет? Вот это здание, это новая хлебная биржа. Посмотрим ее со всех сторон. Угу. И чайки. Красивое здание очень. Не, это там же второй президент приплыл корабль. Я думаю, они проходят через этот корабль. А, ну может. Мы же видели, что там какой-то еще корабль приплыл. Стороны. А смотрите, там какая фреска интересная. Поржать называют. Сейчас Настя зашла на почту, а ей пришел уже штраф за превышение скорости. Нет, в Тверской области. Превышение скорости на 3 км в час. Видимо, это в том месте, где была нормальная дорога, и мы решили немножко втопить. У нас была скорость 83 км в час. Но смысл в том, что в Тверской области ужасные дороги. И только штрафы приходят очень быстро. Ну, наверное, камера именно на том участке. Они его специально, наверное, сделали. Вот такой возможно. На том участке, где была очень хорошая дорога. Километр целый. Немножко проглянуло солнышко. Поднимаемся в горку. И вот такой вот красивый вид. Да, вид, конечно, здесь шикарный. Мы идем, мы сейчас смеемся, рассуждаем, что есть такие интересные вывески, они в такой вот стилистике старорусской, выдержанной. Это настолько прикольно, классно и интересно. А это Спасо-Преображенский собор. Богемия. Здесь пиво пшеничное, мюнхенское, а также сидр, квас и лимонад. Нам очень советовали всем. Ну когда мы выезжали из Угличи, это сидр приобрести в Рыбинске. Сидр, пиво, это все местное производство. О, даже медовуха. А вот и медовуха, кстати. Так, далеко не ушли. Иван Чайк, Жень, народные промыслы, павлопосадские платки, прикладное искусство. Идем. Какая красота. Иван Чай. Различный. Пряники. Прикольные такие. Какая прелесть. Булочная. Да, вот прям вот булочная из тех времен. Пойдемте зайдем. Посмотрим. Даже надпись такая же, свежий хлеб. Да. Но она вот именно булочная. Она идет как кондитерская. Пойдем. Это булки различные. И десертики такие вот. А больше у нас нам нравится ценник. Вкусно. И запах здесь такой офигенный. Да. Театр драмы. Очень красивый. Да. Ход. Прям такой красивый. Аптека эконом.
И чайки так кричат. Особенно, когда я вижу слово «фармаси», сразу ассоциация, что где-то ты не здесь находишься. Вкусная лавка. Тоже. Да. Прям такие аппетитные. Хочется зайти и что-нибудь купить. Да. Так, это у вас модная женская одежда. Sunlight, вы посмотрите, с какой вывеской. Даже обалдеть, да. Вот у нас такой вывески у нас нет. А здесь есть, смотрите, обычный вот магазин Sunlight, ювелирный ломбард. Какая у него вывеска? Я пытаюсь показать. Рыбинский театр драмы, судя по всему. Смотрите, маркиза, готовое платье для дам. Вот мы идем, рассуждаем, вот стоит только немножко видоизменить вывески, сделать какие-то такие вот более непохожие, нестандартные, не новодел, и уже ощущаешь себя, как будто вот в каком-то интересном месте. Да. Хлебный гостиный двор, лавка старинного антиквариата, вот там вот, текстильный двор, сапфир, трактир, кран. Класс. Вот просто можно ходить и рассматривать витрины. Но это вот самая, скажем, такая вот простая витрина, которая могла бы быть. А некоторые прям вообще просто класс. А Рыбинский музей адмирала Ушакова. Правда, он уже не работает. Вот. Но морской музей находится где-то вот на какой-то улочке, правда, не понимаю, на какой улочке, но какой-то вот такой вот улочке. Даже адрес улочки не вижу. Где идем? Торговый дом. Класс. Я не вижу. На углу сейчас, вот, на углу сейчас написано. О, смотри, мытный рынок. Вот там вот. Ну, он закрыт уже. Ну, да. Там, где мытный рынок. В общем, вот. Это Крестовая улица. Вон, обычный магазин «Магнит». Да. А какая вывеска? В общем, возвращаемся к нашей машинке и едем дальше. Тебе город Рыбинск с красными носами. Замерз. Ну, холодно. Мне очень город понравился. Он настолько вот прям вот какой-то туристический. Да. И немножко как будто с тех времен, я бы так сказала. Да, и он очень чистенький, очень такой опрятный город, и который, в общем-то, привлекает туристов своей привлекательностью. Ну, в общем, не знаю, это пока единственный город, куда я точно бы, ну, с удовольствием, наверное, вернулась бы погулять по улочкам, посмотреть, зайти во все эти магазинчики, попробовать где-то посидеть. А если будет еще хорошая погода, по набережной, она большая, прогуляться. В общем, класс. Нам здесь понравилось, но мы едем дальше. Так что, дорогие друзья, дорогие наши зрители, приезжайте сюда. На самом деле, этот городишко вам понравится. Я думаю, да. В общем, поехали. Теперь впереди Ярославль и наша ночная остановка. Так, впереди какая-нибудь церковь. Не написано какая, но какая-то очень красивая. Прям храм. Храмовый комплекс офигенный. Церковь Рождества Богородицы. Вот. Церковь Рождества Богородицы. Очень интересный храм, да? Красивый. Так, мы
уже въехали в Ярославль практически, так понимаю, того. Но начало как пригород. Доехали мы быстро. Где-то примерно за 1:20. Очень хорошие дороги. Доехали свободно. Прям по таким дорогам лепота ездить. Путешествовать. Угу. Не то, что в Тверской области. Ой, Тверская область даже не напоминает. Это у нас теперь, мне кажется, будет шутка. Кошмары. Кошмар водителей. В общем, друзья, как вы поняли, мы доехали до Ярославля. Вот, но уже из Ярославля видео, в том числе про наше население и наш отель в этом замечательном городе, будут в других видео, новых. А на этом, наверное, мы с вами прощаемся. Уже снова вечер, мы немножко уставшие. Эмоций море, как и положительных, так и не очень. Других. Да. Но все идет не совсем по плану, но по плану. В общем, все идет, как идет. Вот. И плывем по течению. Бедному нашему водителю, мы немножко ухандукали. Сидит такой висит. Ну, она серьезная, она такая за рулем, она серьезная. Поэтому мы ее отрывать не будем. А с вами на этом мы попрощаемся. Пожелаем вам, как обычно, крепчайшего здоровья. И хорошего настроения. Как вы знаете, хорошее настроение мы всегда создаем себе сами. И минутка напоминания про наш телеграм-канал. Да, вы сможете с нами путешествовать онлайн. В то время, как мы путешествуем, так и вы. И задавать нам вопросы, и просить что-то снять. Ну, в общем, подписывайтесь. Там мы сможем с вами в том числе и пообщаться. В общем, пока-пока. Пока.